4 мая 2024 год. Пришел половить соловьев восточных и славок черноголовок. Погода как раз способствует. Снежку немножко выпало. Сантиметров может около 10. Никто тут кроме меня не ходил. Ну вот примерно оттоптал я, вот такое количество снега выпало. Минус 3. Лужи подмерзли. Снег не заканчивается. Деревья все нагнуло. Даже пройти тяжеловато. Вон что-то там он перелетает. Сейчас пройду, посмотрю. В общем, зима. Байкал наш местный. Я думал, рыбаки сидят. Оказывается, нет никого. Ну, я имею в виду на льду. А вон чомга плавает. Далеко, правда. Приходится по воде идти. Пока ничего интересного. Красота. Пока ничего интересного. Так, кулики, белобровики, горехвостка, синица большая пела. Где же они там все спрятались? Сейчас еще вот до одного места дойду, посмотрю, пока вообще ничего. Как все вымерло. Ворокушка полетела. Ничего нет. Где оно все? Все места обошел, где обязаны быть. Нет вообще ничего. Ну, в общем, не получилось у меня сегодня с соловьями, с черноголовками. Погоду, наверное, не ту выбрал. Пойду домой. Позже к ним заглянул.